Многие города оспаривают право называться трамвайной столицей мира. Гордятся своим трамваем Лиссабон и Мельбурн, Стамбул и Сан-Франциско. Этот список можно было бы продолжить. Но для Ленинграда и Петербурга трамвай больше, чем вид транспорта. Может играть трамвай. В него садятся и едут. Ну, больше же ничего интересного там нет. На колбасе я, конечно, ездил по все удовольствия подростковые, как-то плющить гвозди на рельсах или кататься на колбасе, они для меня как раз были очень любимы. Трамвай – это моя жизнь. Я обожал ездить на трамвае, смотреть, как водитель переключается.